Вы знаете, где родились ваши бабушки, ну, прабабушки до революции? Где они жили? Да, конечно, да. В Где? Ростове-на-Дону у меня все коренные. Кем они были? И фамилии прабабушек и прадедушек знаю. Кем они были Знаю, кем они были. до пока был Доярка. царь? Доярка? Прабабушка. Ну, те... Прабабушка доярка была, да. Как мы доярка? Если он... Дедушка ферму держал свою. То есть они работали сами на себя. В смысле? Они были Как бы нет. крестьянами, да? То есть... Ну, конечно, ну, конечно. Что у них было до царя? Почему крестьяне? Все крестьяне. Какой у них был достаток? Что у них будет, сырье? Как... Вопросы. До убийства Николая II, какой у них был достаток? А, этого я не знаю. Почему вы лезете в такие времена? Откуда я могу это знать? Это единственное, Я не интересовался таким подробно. единственное доказательство, что у вас есть корни. Я не лезу, я не в штаны к вам лезу, я в ваши корни лезу. Я хочу понять, кто вы по национальности. Вы свою национальность можете знать только до ухода Николая II из жизни. Все. Если вы ничего об этом не знаете, вы не знаете свою национальность. Вот и все. Я просто пытаюсь понять, из какого семени вырос такой ублюдок. Имею право спросить таких задач. Кто вы по национальности? Кто вас создал? Знаете, кто создал Ленина? Мне интересно, кто создал... Подождите. Вы женщина. Подождите, Кирилл, Боже кто мой, вы создал мужественно, Ленина? скажем так. Кто создал Ленина? Да, это тоже же интересно. Ленин? Кто создал Ленин написал. Сталина? Кто создал Гитлера? Мне интересно, кто создает ублюдков? Вот и все. Ну, вы, наверное, ваши дети Хорошо, ублюдки, вы... да? Не спросите. Я не называла вашу дочку ублюдочной, правильно? Если вы сейчас будете Так вы говорить... меня назвали ублюдком, а я ваших детей Конкретно назвал вас, да, но ублюдком. не вашего ребенка. Ну, Кирилл, вы меня не будете вы... право называть Я ублюдком. называю вас ублюдком, потому что вы убиваете людей, да. Кирилл, послушайте меня внимательно. Вы не получили никакого образования, да? То есть вы закончили школу и дальше не пошли учиться, так? Как это пошел, окончил технику и пошел служить в армию. Какой Сначала техникум? насрочно, потом Какой техникум? несколько. Какой техникум? Строитель. И по своей профессии кто вы? Строитель? Ну, конечно, мастер девочек строительных Но работ. вы не работали по этой профессии. Нет, Почему Я не нашел стали? свое призвание в армии. Ну А как почему? Потому как что это к я вам? служу своей родине, я служу своему государству. То есть вы не Я хотели патриот своей страны. никогда, вы никогда не хотели бы стать. Зачем вы тогда пошли учиться на строительство? Нахуй было учиться? В смысле, зачем? Нужно было. Образование нам всегда нужно, оно никогда не Оно же помешает. вам не пригодилось. Ну, не пригодилось, но оно же есть. Хорошо, у вас бабушка есть? Дальше больше. Бабушка есть? Есть. Все Она есть. Все есть. вами в детстве занималась? Конечно. Что вы делали вместе с Ну, бабушкой? и все занимались. В смысле, что я делал? Время проводил. Что бабушка с вами в Играл с детстве бабушкой. делала? Что она сделала? Ну, гуляла с вами, блинчики пекла. Ухаживал за мной, манку готовил, кашу ману, чтобы Какие жизнь тумана не казалась. сказки рассказывала перед сном? Ну, конечно, конечно. Песни пела? Убаюкивала? Да, Как, конечно. какие песни пела? Тарас, старославянский, Ну, чувашский. На чувашском языке неплохо пел. а на чувашку у вас? Нет, она просто чувашский язык хорошо знает. Это красавица. Слушай, вы меня просто рассмешили, Кирилл. Она не То чувашка. есть она не Я не говорю, чувашка? что Она не чувашка. чувашка. Боже Она упаси, чувашка. боже упаси, Да, боженька, ты это. видишь? Кирилл просто прав. Боженька, ты слышишь, да? Да, боженька согласен, что женщина не знает... Она не Вот смотрите, чувашка, но она давайте знает... так. Никто не Вы знает женщина, вы чувашский язык, знаете, даже сами я чувашка. чуваши. Ваша бабушка чувашка. Да какая чувашка? Если она разговаривает с людьми на чувашском, это не значит, что она Да, чувашка. да, да. Чувашский язык можно Кирилл, даже ну, учить, пожалуйста, чужой ну язык вы можно дебил. выучить. Мало что вы дебил. Вы еще раз дебил. Два раза. Вот вы дебил в квадрате. Я Это в было шоке от смешно. вас. Вы не образованы, Вы вы дебил в вообще. квадрате. Ваша бабушка чувашка. Вы можете что-то по-чувашски сказать, чтобы, ну, послушать, как, ну, или какие-то слова вы помните? Но вы же на русском разговариваете, на английском не разговариваете. Значит, получается, что вы русская, Я правда? хочу послушать. Все, русский Что вы знают русская? все, пожалуйста, come on, everybody Да не knows все. Russian. Ну, замечательно, что знают все. Надо, чтобы знали Из вообще все. Советского Все русские. Союза... Нет, нет, слушайте, ваши русские умирают. Казахи перестают говорить Да, по-русски. конечно. Казахи перестают Да. говорить... Казахи Да, перестают... да, да. Каза... Да.
Так, ну все, ну видите, ну я должна вас наказать. Вас нужно пороть по четвергам, Кирилл, по четвергам. Жестко пороть. Вы после порки будете шелковой-шелковой. Добрый день. Договорилися. Я українець. Слухаю вас, що ви говорите. Як вас звати? Я дуже часто вас слухаю. Я вам хочу сказати, що я можу вам винести якийсь поріг, бо ви тут говорите неправду. That's okay. Я не против. Як вас звати? Мене звати Андрій. Окей. Okay. Скільки вам років, Андрій? Та вже багато, може, ми навіть однолітки з вами. Ви розумієте, я розмовляю тільки з тими людьми. Ну, добре, скажу так, що 50. Ви з 73-го року? Або 74-го? Ну, я вам сказав, скільки мені років, ви рахуйте. Ну, так я хочу, щоб ви мені відповіли. 73-го або 74-го? 74-й. Угу. Хорошо, спасибо. И где вы живете сейчас? Во Львове. Круто. А ваша бабушка, которая жила до Ленина, где была? Где жила? Мою бабцю раскулачили коммунисты, но это до нашей разговора никакого не имеет. Это разрешите, разрешите мне судить, что мая, что не мая, хорошо? Вашу бабушку раскулачили, куда ее сослали? Ну, ви можете зі мною на моїй мові поговорити чи ні? Я розумію, я розумію українську мову, але я її не розмовляю. Угу. А чого тоді у вас український стрім? Тому що я підтримую Україну. Ага, ви підтримуєте Україну. Ну, добре є, давайте поговоримо далі. Куди послали вашу бабушку після розкулачування? В Сибірі вона була. Скільки років? Поки Хрущов не прийшов, і не з'явилася оттепель. А дом, куди, от, де вона жила, вона в нього повернулася, чи там були інші люди? Та це стосунку немає до нашої розмови. Причому тут моя бабця? Я предупреждати не буду. Я так зараз, чекайте, я так зараз розумію, що ми говоримо про ситуацію в Україні, чи як? Так, у меня, понимаете, совершенно нет желания объяснять вам, что у вас одна секунда осталась на эфире. Если вам не нравится, не подобается, что мои вопросы, мои какие-то интересы вашей бабуси, ну как бы вы выходите из эфира. Вы находитесь в эфире... Не, ну вы мне скажите, не, вы мне не ответили. Вы находитесь у меня в эфире на моем как бы желании. Если мне вам не нравится, я вас выкидываю. Вот сейчас, видите, я закрыла пальчиком вам микрофон, так? В следующий раз я могу вас выкинуть, но я могу вас не выкидывать и не закрывать микрофон. Просто идите за беседой. В итоге мы придем к той теме, которая вам нужна. Давайте. Но это будет мой путь к вашей теме. Вот вы хотите сейчас, да, а я хочу потом. Вы знаете, вот женщина хочет потом. Может быть. Так бывает. Вы хотите сейчас, а я говорю потом. Поняли? Добрый день, добрый день. Хорошо. А вам так будет зручно. Да, и пожалуйста, не надо, вы не ломайте себя девственника, поняли? Вы тут не девственник, вы не первый в моем эфире. Хорошо. Хорошо, я и спросила, ваш дом, да, вам остался в вашей семье или его нема? То есть кто-то его уже разбил, занял? Что-нибудь от прежней жизни вашей бабушке досталось? Не, она повернулась назад в Украину. Вы Сталина уважаете? Сталин для вас враг? Сталин для вас враг? Нет. Еще раз. Сталин выиграл войну, Великую Вечесняну войну. Сталин А кто сослал бабушку? Кто сослал? Кто сослал вашу бабушку? Сталин? Ну, це ж було 20-ті роки. Сталін? Сталін тоді не був при владі. Тоді при владі був ще Ленін. Хорошо, коли Сталін прийшов к власті, він бабушку вашу вернув обратно? Я ж вам кажу ще раз, мою бабцю вернув назад Хрущов. Правильно, значить Сталін такий же, як і Ленін. І в 20-му году висилались жителі Західної України, і в 21-му...
И в 24-м... Задание, вы знаете, сколько украинцев было сослано во время Сталина? Ну, Сталиным самим. Вы знаете, сколько украинцев было сослано Сталиным?